Лето на пороге. 1 июня в «Посаде» на теннисных кортах развернула свои стенды первая в этом сезоне выставка-продажа промышленных продовольственных товаров. Для наших любимых покупателей, для жителей города Сергиев Посада. Лето, летние украшения, летняя одежда, женщины, милые женщины, здесь для вас столько всего. Приходите. Купальники, майки, туники, лен и хлопок. Привлекательные цены, отличное качество. Женщины непременно обращают внимание на стенд кожгалантереи. Мы вот привезли очень хорошую новую итальянскую коллекцию. Исключительно вот акцент у нас идет на светлые тона. Вот. И плюс ко всему прочему у нас идут скидки. То есть на Италию у нас идут скидки на кожу. Лето – это садовые инструменты, детские игрушки, книги и занимательные игры, фрукты и овощи, а также сыры, масло, рыбные и мясные деликатесы. Это колбаска, это говядина, пробуем, домашняя, запеченная, видишь? Мы привезли к вам очень вкусное витебское масло, сливочное наше, сделано именно на сливках, как раньше было в нашем детстве. Привезли к вам очень вкусное сало, которое тает во рту, положили, не надо жевать даже. Привезли к вам очень вкусные языки и телячьи. Летняя выставка продажи продуктов и промышленных товаров на теннисных кортах в Сергиевом Посаде работает с 11 утра до 7 вечера с 1 по 6 июня.